Мне было 7 месяцев, когда папа погиб. Мама рассказывала, они жили в то время, ну, когда с папой на С4, вот, а это практически рядом с стадионом «Хатакор». А вот, и говорит, после матча, говорит, я слышала, что идут люди пешком, то есть вот по улице, там вот на С4, там с игры. Вот, и то есть игра закончилась, и мама всегда говорила, что папа всегда, она его ждала ни одного. То есть он всегда после игры приходил с какими-то незнакомыми людьми, но с болельщиками. То есть вот она накрывала стол. То есть, ну, вот такие моменты были. Вот. И, ну, вот на одной личной клетке они жили с Анной. Ну, я уже как 10 лет живу в Москве. Работаю в футбольном фонде Алимжана Тахтахунова. Меня познакомил с Алимжаном Турсуновичем Азамат Абдураимов. И я благодарна нашей встрече с Алимжаном Турсуновичем. Что вас связывает с футболом, с «Хатакором», помимо того, что вы дочка легендарного футболиста? Ну, как что связывает? Ну, как бы вся, как бы, мое детство и там юность, в принципе, в Ташкенте прошло. Прошли, вот, и, как говорится, мы каждый год 11 августа всегда собирались, проводились какие-то турниры, то есть мы собирались, те вот семьи, которые остались в Ташкенте, живут, собирались каждое 11-е, встречались, проводились турниры и под Ташкентом, и в Ташкенте. Вот, ну и как бы, ну, что связывает с «Хатакором»? Все-таки отец мой был хорошим игроком «Хатакора», и не только «Хатакора», он играл и за сборную СССР в то время, вот, и у него даже есть бронзовая медаль 1976 года в Монреале, когда сборная СССР выиграла бронзу. «Хатакор» — это, как говорится, ну, наверное, моя жизнь. Пол жизни связаны с «Хатакором». Помимо мужского футбола существует и женский футбол. Не хотели бы стать футболистом или футболисткой? Нет, вы знаете, ну, я об этом никогда не думала, но вот во дворе у себя я с мальчишками играла в футбол. Вот. Это я помню. Мне нравилось. Ну, как бы мысли у меня, чтобы там заняться спортом и именно футболом, у меня не было. Я думала, что у меня будет мальчик, но как бы, ну, мало ли, еще все возможно, но родилась девочка, поэтому я как бы говорила, что если у меня родится мальчик, я обязательно его отдам в футбол, потому что я думаю, что все-таки что-то передается по наследству какие-то. Вы часто сейчас общаетесь с друзьями отца? Игроками, вы знаете, нет, мы не общаемся. Вот благодаря вам я увидела его друга Хазипанакиса. Ну, раз в год виделись на 11-е все, кто остался еще. И что бы хотели сказать команде «Хатакор» или игрокам команды «Хатакор»? Побед, процветания, ну, всего хорошего. То есть, чтобы развивался наш узбекский футбол и дальше. «Хатакор» чемпион. «Хатакор» чемпион, да.